Привет, друзья! Меня зовут Константин, с вами обзор ЕС на неделю. Фильм «Заражение». Внимание! Смертельный вирус неизвестного происхождения. Перед просмотром помойте руки, ополосните семечки кипятком, почистите зубы и ложитесь спать. Международная организация врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса, который убивает всех подряд. Ребят, ну вы что, надписи на химзаводах не читаете? Распространение вируса вредит вашему здоровью. Что удивительно, это единственный из известных мне фильмов, в котором люди после атаки жуткого вируса просто умирают. Не превращаются там в каких-нибудь зомби, живых мертвецов. Просто умирают и все. Поэтому у нас в гостях настоящий специалист по зомби. Настоящий зомбофил, зомбораст, я бы сказал. Яков. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте. 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 Как вы относитесь к такому факту? Да. Зомби уже не те. Вот был я недавно у Ленина, значит. Можно поближе к теме? Понимаете, это первый фильм, где нет ни одного зомби. Вот, например, мой сосед по квартире, когда смотрит фильмы зомби, начинает креститься. Ну что в этом такого? Многие люди набожные. Да? А ничего, что он буддист? Кстати, о буддистах. Был я недавно у Ленина, значит. Успокойтесь, давайте поближе к теме. Давайте. Зачем мы смотрим фильмы о зомби? Чтобы когда они на нас нападут, они на нас обязательно нападут. Мы были к этому готовы. Ведь кто-нибудь обязательно отодвинет задвижечку на заборе передачи «Дом-2», они выйдут и нападут на нас. А мы будем знать, как себя вести. Ведь зомби среди нас. Да, что вы говорите, прямо среди нас? Прямо среди нас. Вон, пожалуйста, охранники в суперфарме. Вы не пищите, проходите. Вы пищите, проходите. Ну, это понятно, это известно всем. А есть какие-то другие примеры? Да, пожалуйста. Бабуля, раздающая номерки в битовых Леуми. Да у него даже слюна свисает. Юрий Шатунов. Он тоже зомби? Он упырь. Кстати, об упырях. Было недавно у Ленина, значит. Давайте это, как вам, собственно, сам фильм? Как вам фильм? Тэффи. Тэффи бы понадавал бы по голове этому режиссеру. И вот тогда он превратится в зомби, а он превратится в зомби. Ведь есть столько хороших фильмов о зомби. А зомби здесь тихие. Москва зомбакам не верит. В бой идут одни зомби. Здравствуйте, я ваша зомби. Да, зомби 20 лет спустя. Инициатива. А он не ставил в этот фильм ни одного зомби, понимаешь? И вот именно из-за этого факта мы с Лениным и будем смотреть этот фильм. Потрясающе, было очень интересно. Спасибо, Яков. Всего хорошего. Да? До свидания. Да, да, до свидания. Ленин, I love you. Итак, фильм «Заражение», 24 ноября, на канале ЕС-4. С вами был Константин, на весь ЕС такой один. Увидимся на следующей неделе. ЕС! Yes.